Чемпионат для тех, кто любит напрягать мозги, стартовал в Барнауле на базе Алтайского госуниверситета. Около 120 спортсменов со всей России, а также из Белоруссии, собрались, чтобы помериться силами в спидкубинге. Это сборка известной головоломки кубика Рубика на скорость. Сегодня первый день. Участники состязаются в базовых дисциплинах – сборки на скорость традиционного кубика, а также его собратьев – кубика с двумя сегментами, пирамиды и других. Чемпионат проходит под эгидой Всемирной ассоциации кубика. Имена победителей вынесут в общемировой рейтинг. Организаторы подчеркивают, каждую неделю в разных городах мира проходит до десятка таких соревнований. В России спидкубинг лишь набирает обороты. Сама сборка кубика Рубика, она очень сильно развивает, во-первых, мелкую моторику, логическое мышление, то есть скорость реакции. Если ты видишь какой-то случай, ты должен его очень быстро исполнить. Во-вторых, это действительно спортивный интерес, когда участники соревнуются, кто быстрее, там доли секунды порой решают, кто победит очередной чемпионат. Самые зрелищные и массовые состязания обещают завтра. В них примут участие спортсмены в более чем 10 дисциплинах. Будет даже сборка головоломки с закрытыми глазами. Подведут итоги и назовут лучших в воскресенье.